Единственное, что нужно, острый глаз, желание увидеть в самых банальных вещах, увидеть что-то красивое, присматриваться, и тогда вы вот увидите эту красоту. Красоту Вячеслав Гаевский научился видеть в самых простых вещах. На этих снимках нет диковинных животных и экзотических стран. Все понятное и знакомое. И выставку делать поначалу фотохудожник даже не помышлял. Кое-что он мне показывал, я это видел, и тогда я ему сказал, что надо делать выставку. Наверное, не я один говорил, но я вот ему это говорю каждый раз, что выставку надо делать, надо делать. И вот сегодня он мне открылся уже не как мой знакомый, товарищ близкий, как земляк, как коренной видновчанин, но и вот в этом замечательном творческом качестве фотохудожника. С фотоаппаратом Вячеслав Гаевский дружил с детства. За долгие годы сменил множество техники и сделал сотни снимков. Но на вернисаже представлены фотографии, снятые только в последние 7 лет. Всего 212 работ. Мы все снимаем, да, начиная с детства, у всех есть фотоаппараты. Но серьезное отношение к фотографии, по-настоящему серьезное, как ни странно, возникло у меня в пенсионном возрасте, потому что появилось время. Раньше его не было. А для творчества требуется время. Художник смело работает в самых разных жанрах. Портрет, пейзаж, репортаж, спорт, макросъемка. И в каждой работе пытается представить зрителю свое оригинальное видение окружающей жизни. Это чудо, которое нас здесь окружает, это природа, это говорит не о том, что человек любитель, а что это настоящий профессионал. В экспозиции размещены работы из циклов «Мой город», «Путешествия», «Мир насекомых», «Цветы». Отдельное место занимают портреты, на которых некоторые из гостей узнали себя. Я даже сам себе понравился даже в этой ситуации. Ведь уже восьмой десяток, думаю, сколько ж в жизни пришлось пережить, чтобы вот эти морщины, вот эту бороду заработать. А вот Вячеслав Павлович, он это, наверное, понял, и он не стал меня приукрашивать и сделал меня таким красивым. Выставка напрочь лишена любительщины. Каждая работа сделана очень профессионально и с большой любовью к деталям. Хотя заметно, что для обработки фотографий художник смело использует современные компьютерные программы. Мне понравилась фотография. Пчела сидит на цветочке, потому что там цвета очень красивые. И фотохудожник изобразил очень красиво, он как бы фотографировал, понятно. Ничего там не размылось, и мне очень понравилось. Ясно. А настроение какое там у этой фотографии? Радостное, мне так кажется. Хотя все боятся пчел. География работ не очень обширна. Небольшая часть снята в Америке и в некоторых уголках России, чуть больше – на даче. Но большинство фотографий посвящено основному источнику вдохновения. Самое главное – это город. Потому что по городу я хожу каждый день и всегда ищу что-то, стараюсь, по крайней мере, найти что-то новое, что-то интересное. Я уже облазил, несмотря на свой возраст, облазил даже те места, в которых я не был в детстве даже. То есть я сейчас для себя открываю многие очень интересные места в нашем городе. Выставка «Фотомир» Вячеслава Гаевского будет проходить до 20 ноября 2019 года. Вход на нее абсолютно бесплатный. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ.